большей части тела выступают не по делу. Если вирусом бактерия, хотите представление, все, что нужно, подберу я в аптека.ру. В субботу в Самарской области облачно с прояснениями, местами осадки в виде небольшого снега. Температура воздуха днем минус 16, минус 18 градусов. Ночью 21-24 ниже 0. Ветер северо-восточный, скорость 2-4 метра в секунду. В Сызрани на небе облака, возможен снег. Днем минус 17 градусов, ночью минус 22. Северо-восточный ветер 4 метра в секунду. В Тольятти облачно с прояснениями, днем минус 17, ночью 21 градус ниже 0. Ветер северо-восточный 2 метра в секунду. В Самаре облачно с прояснениями, пройдет небольшой снег. Днем минус 17, ночью минус 24. Ветер северо-восточный 3 метра в секунду. Атмосферное давление 756 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 73%. Слабая геомагнитная буря. Прогноз погоды предоставлен погодным порталом kismeteo.ru.